С активистами Общероссийского народного фронта губернатор общается регулярно. Благодаря совместной работе удалось достичь немалых результатов. Более 1500 многодетных семей получили земельные участки, которым в ближайшее время подведут электросети. Разрабатывается документация по реконструкции Ейского водопровода. Почти в 30 муниципалитетах займутся освещением дорог. Также общественники активно участвуют в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Для решения многих вопросов активисты Общероссийского народного фронта постоянно взаимодействуют с чиновниками разных уровней. Нету для Народного фронта, для вас, представителей Народного фронта, членов Народного фронта, закрытых кабинетов чиновников и закрытых документов. Поэтому вместе, почему я и исхожу из этого формата, вместе мы с вами находим проблемы и вместе же их решаем. Многие раньше говорили, сегодня не говорят, что Народный фронт – это проект. Я считаю, это не проект, никаким проектом он сегодня не является. И то, что сегодня они делают, это сегодня нужно. Нужно обществу. На Кубани общественная организация работает уже 5 лет. Она объединила уже порядка 10 тысяч человек. За это время, по словам Вениамина Кондратьева, краевое отделение Общероссийского народного фронта зарекомендовало себя как объективная и, что важно, действенная организация. Мне очень важен этот прямой диалог с вами, прямой контакт. Вне вот тех чиновничьих традиционных, можно сказать, докладов, для того, чтобы я четко понимал вашими глазами, что происходит на Кубани, какие идут процессы, насколько они сегодня успешны, насколько они сегодня ощутимые с точки зрения восприятия человеком, жителем края, что вокруг него происходит или не происходит. Я еще раз подчеркиваю, для меня принципиально, чтобы происходило, но в лучшую сторону. Сегодня в регионе достаточно средств, чтобы мы могли решать, системно решать многие проблемы. Ну, конечно, на одномоментное решение проблем, всех проблем, которые накопились, конечно, сходу денег нет. И вопрос опять возникает тех же приоритетов. И вот здесь я согласен вместе с вами расставлять приоритеты по расходованию финансовых средств из бюджета. Мы уже несколько раз с вами встречаемся на регулярной основе с вашими заместителями, с вашими министрами. И поверьте, что наши общественники научились к этому, пристроились к этому формату, не боятся задавать вопросы, а ваши подчиненные не боятся на них отвечать. И на базе нашего регионального отделения, в нашем штабе, мы с регулярной основой проводим дискуссии, ставим вопросы на очень злободневные темы. И, в принципе, мы настроили такую работу, что вопросы, которые мы готовы за период, за 2017 год скумулировать и предоставить вам, мы их вот поместили вот в такую папку. Папку с актуальными замечаниями и предложениями сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта передал Вениамину Кондратьеву. Глава региона, в свою очередь, пообещал, что после изучения всех вопросов еще раз встретится с представителями общественного движения. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.